Одинцовские единороссы передали теплые вещи для участников спецоперации. Акцию организовали депутаты окружного совета Татьяна Одинцова, Вячеслав Киреев и Владимир Семин. К ним также присоединились сотрудники администрации Одинцовского округа и местной налоговой службы. Они собрали перчатки, шапки, носки и зимние костюмы. Также депутаты-единороссы регулярно дежурят в Центре помощи семьям мобилизованных граждан, который работает в Одинцове. Родственники могут обращаться сюда по любым вопросам, которые их волнуют.